Чем сильнее технический прогресс наступает на пятки людям, тем больше человек тянется ко всему натуральному. Если отдых, то подальше от шумного города, если еда, то непременно свежая, если мебель, то из натуральных материалов. Одним из самых чистых считается стебель ротанга. Мебель из такой пальмы экологически безопасная и очень неприхотлива. Лианы растения сначала высушивают, а потом из них плетут всевозможные предметы интерьера – от столов и качелей до диванов и кроватей. Ротанг легко переносит высокую влажность и палящее солнце, поэтому подойдет не только к интерьеру квартиры, но и легко украсит веранду в частном доме или даже сад. Удобна мебель и из искусственного ротанга, на ней не видны царапины, она не гниет и не ссыхается. Вот этот диван, пожалуй, лучший пример надежности и прочности мебели. Он изготовлен из красного дерева, и ему, внимание, более 70 лет. Это уникальная ручная работа лучших мастеров Поднебесной. Чем больше лет изделию, тем оно ценнее, и позволить себе такой гарнитур сможет лишь настоящий почитатель раритета. Все предметы специально сделаны без гвоздей, креплений и фурнитуры, а рисунки неповторимы и сопровождаются личной подписью автора. Магазин «Мир мебели», впустив в свой дом уют. Ульяна Токарева, Павел Шаповалов, ЗапТВ.